Такс. Братик, это специальный видос решил для тебя ёбнуть. Ну, без всякого такого, типа, чтобы ты просто посмотрел. Короче, что мы делаем? Я тебе хочу просто быстренько. Быстренько тебе запалю свой билдец немножечко. Короче, моя сарина, у меня, я же тебе говорил, она двух типов. Это, короче, у меня на коррозию через ульту, понял, ебашу? Через первый скилл и ульту в основном. А вот, вернее, на споры. А вот это на коррозии идет. Такой у меня билдец. И он, короче, распространяется на мои стволы. Вот. Сначала давай мы с тобой тестанем, блядь, как оно будет ебенить без коррозии. Обычный ствол. А, для примера, давай мы ёбнем. Да хуй с ней, пускай будет та же фантазма, да? Ну, блядь, нет, нихуя, пускай будет Игнис. Игнис, ну, достаточно хуёво как бы дамажит. Но я же тебе обещал показать, что Игнис могёт, правильно? Вот тебе Игнис. Я даже сейчас тебе моды запалю его. Игнис, кстати, надо переделать. На мой взгляд. Бля, давай по очереди каждый достанем. Я потому что, честно, не выкупаю, какой из них будет пизже. Начнем с вот этого. Их надо подписать, но мне просто лень все время. А, обязательное условие, типа, использовать... Все возможные типа, понял, улучшений. То бишь, блядь, вульпофила тоже участвует. Но для прикола сейчас, по крайней мере, давай мы уберем вульпу нахуй. И, так сказать, буду ебеня чисто своим дэмэджем. Так будет честно. А потом покажу тебе, что творится, когда вульпа тоже участвует. Чисто дэмэдж с вот этой пушки. Словно участвует только волына. Ну, как ты можешь заметить, волына хоть и участвует, но, сука, так скудно дамажит, просто пиздец. Ну, типа, за это время я уже по-любому отхвачу пару писюнов. Это как пить дать. Но зато дальше, да, это тот билдец, короче. Дальше у него разгон ёбнутый, и он просто, блядь, насилует этих ебанатов. Вот и все. Типа, главное, блядь, кого-то ёбнуть вначале. И можно, типа, всю комнату сжигать. Но все равно долго, согласись. Другой билд для оружия, но все тот же билд для сарины. То есть, пока мы играли через второй, для разгона который, да, теперь будем играть через первый. Кстати, второй... Ну, в некотором роде лучше, чем первый. Тут 140-е левела, ну, типа, все норм. То есть, минимум сталь мы берем, понял? Ну, типа, первый билд самый. На чисто Игнис. Без всяких саринских без всякой саринской помощи. Ну, это, блядь, пиздец, конечно. В плане дэмэджа. Во-первых, у него меньше скорострельность, ты можешь по патронам посмотреть, да, как уходит. Во-вторых, блять, мне уже даже не хочется досматривать, как он будет добивать этого хуесоса. 2000 years later. Все, мы ебанули чела. Проходим порог, блять, когда можно ваншотнуть. Как бы небольшой разгон имеется, но как таковой я не могу сказать, что это прям жесткий буст, потому что видишь. Мы очень долго его убиваем. Теперь мы берем специальный билдец под силу, под длительность и с убитым нахуй радиусом, блядь, и энергоэффективностью, чтобы, блядь, можно было ебонить, блядь, просто с руки. А теперь погнали. Билд все тот же, блядь, для разгона который. Но, как ты можешь заметить, сжигаю я его явно быстрее. Вот там уже кто-то, блядь, чисто фоном помер, блядь. Смотри на эту хуйню. Досвидос. 140-й левел, сталь ебать. До свидания. Так что, мне что тот, блядь, овощ, летающий со мной, что вульпофила, блядь, одинаково, блядь, похую. Но прикол в чем? Типа, вульпа дает охуенный бонус. Компаньоны кидаем в ульпу.
Пульпа, кстати, по-моему, у меня не такая, чтоб прямо и жесткая. Три формы всего. Ну так, блядь, чисто на отъебись условно, да, собрано, чтобы просто пылесосить могла. Ну, короче, блядь, чтобы она статус накидывала. Такое. Короче, все та же Сарина, все тот же, блядь, мой имбовый билд, блядь, на Аругу. Чтоб можно было, блядь, с руки ебошить. И теперь, блядь, смотрим, как эти чмыри нахуй будут дохнуть. Погнали, Вульпа. Апорт, ебать. Погнали. Подруга накинула. Что там? Кто там? Какие-то солдаты, блядь, были. Где-то там порабощенные. Я не знаю, что это такое. Ты видел, блядь? Ты видел, с какой скоростью оно подохло? Шо там нахуй, блядь? До свидания. До свидания, пацаны. Шо случилось, ебать? Почему так быстро? А где противники? Где противники, ебать? Простите, перезарядка. Вульпыч. Все, только, блядь, только один умирает, понимаешь? Все, пошел разгон. Все, карты нету, ебать. А, во, вспомнил, бля. Короче. Мы можем заменить ульту на рев Рина. Ёбнуть троечку, ёбнуть четверочку под ревом. И прикинь, что нахуй будет. Это просто... Бля, сейчас даже эту хуйню сделаю, наверное. И мы с тобой это дело подтестим. Все тот же билд, блядь. На дэмэдж с руки. Через коррозию. Только теперь мы ёбнем троечку, четверочку, ебать. Ну, признавай, тварь, бога своего. И... Шо, блядь? Шо там? Что-то я не понял, блядь. Где противники, блядь? Почему противников нету? Почему, блядь? Что происходит, ебать? Где братва, нахуй? Где дэмэдж? Ну ладно, у них есть дэмэдж по мне, стопудово, блядь. Но, блядь, почему я не вижу, блядь, сколько я дамажу, нахуй? Ну типа, я вижу какие-то дохуя большие цифры, я даже не знаю, откуда они, блядь. Почему они берутся? Типа, изжог, блядь, изжог, нахуй, изжог. Нету карты, блядь. Игнис, ебать. Все тот же Игнис может ебать, понимаешь, блядь? Я ж тебе говорил, что... Игнис, блядь, шо сталь, шо не сталь, ему похуй кого убивать. Но, было бы нечестно, если бы я ебенил чисто Игнисом, правильно? Правильно. Поэтому мы возьмем какую-нибудь хуйню давай. Ну, типа, я считаю, это будет честно. Вот, давай отодаем, ебану, блядь. Отодай, блядь. Да, отодай будет честно, я считаю. Типа, ничего такого, мы просто хуярим так. Хуярим рев, хуярим пестик. Что там? А давай вот так усиленное нахуй. Хуяк и сгорели. Фантазма, давай фантазма ёбнем. И последнее, что можно еще попробовать, чтоб точно, блядь. Это, блядь, лук, нахуй. Все мы знаем, что тру пацаны, блядь, используют лук для набивания ёбнутых чисел урона, правильно? Правильно. Хуяк. Хуяк. Я даже, блядь, уже не в голову целюсь, блядь. Просто угадай, куда пиздануло, как говорится. Так, ну, как говорится, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Не пишите комментарии и вообще не звоните мне. Все, давай, братик, люблю, целую, надеюсь, понравится, блядь.